Прокуратура Ленинского района города Иваново в ходе проверки исполнения требований миграционного законодательства выявила, что сотрудники МВД России по Ленинскому району областного центра ошибочно удостоверили гражданство нашей страны сразу 9 детям, родившимся у граждан Вьетнама. Сведения о нарушении поступили из отдела собственной безопасности регионального МВД России. У данных лиц имелось право на получение гражданства Социалистической Республики Вьетнам по рождению, однако без учета данного факта им было предоставлено гражданство Российской Федерации, хотя в соответствии с нашим законодательством гражданство Российской Федерации несовершеннолетним может быть предоставлено только если у них отсутствует право на предоставление гражданства другого государства по рождению. Данный факт предоставления гражданства Российской Федерации был оспорен в судебном порядке. В итоге требования Ленинской прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В настоящее время судебное решение в законную силу не вступило.